В ООН не хватает денег на помощь Донбассу. Организация запросила 187 миллионов долларов, а получить надеется хотя бы две трети от этой суммы. Об этом сообщил гуманитарный координатор в Украине Нил Волкер. По его словам, из-за недостатка средств ООН впервые в своей практике при определении приоритетов будет учитывать гендерные и возрастные факторы. В прошлом году, по словам Волкера, организация получила только третью часть денег, которые просила для Украины.